нет, да, сейчас. Папа, папа, папа! Нет, стой, погоди, я знаю, куда положить. Привет всем. В общем, наша бытовка уже такой мини-основательный каркасничек готова. В такой вот стадии опрыскана задняя сторона, днище. И осталось фасадную сторону пропрыскать и тот бок. Так, Глаша, Глаша, не порти видос. В принципе, что мы сделали? Укосины я выполнил вот так вот. Знаю, что, наверное, неправильно, но, тем не менее, мне как-то так вот зашло нормально. Потом наверху лаги, контр-обрешетка, и все, наверное. Вот сейчас уже купили тент бэушный за 1500, 3х6. Накрыли USB сверху. И, наверное, это будет пока наша вот крыша на первое время. Вот. Это ветрозащита у нас лежит, черная. Вот. Мы ее купили. Вот. И получается такая вот каркас такой. Теперь только обшивать. Всё, сейчас ночь, мы уже собираемся. Крутяцкий фонарь. Вот такой мини-трактор у нас сегодня работал. Сделал очень-очень хорошо, неплохо. Мне понравилось. Что у нас получается? Бытовка. Обшили мы ее ветрозащитой. Наверх положили баннер. Пока это такой временно постоянный вариант кровли, а пока постоит такой, потом может что-нибудь придумаем прикольней. Вот. И что у нас тут получается? С этой стороны то же самое, ну и с той стороны то же самое, да. Обработали биозащитой и все, пускай она стоит, ждет двери и обшивки. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.